Предлагаю разместить вашу рекламу в рассылках на тысячи подписчиков легальных сервисов e-mail рассылок, Smart Responder и JustClick, а также разместить ваш рекламный видеоролик в наших видео на YouTube. Подробнее по ссылке ниже этого видео. Всем привет! Я нахожусь в Старом Изборске, Псковской области. И здесь мне показалась одна оригинальная идея бизнеса. Там славянские ключи, вот за моей спиной, с этой стороны крепость Староизборск. Там в низине перед крепостью снимают телевизионный 4-серийный фильм «Стена» из Питера приехали. Вот, и как нам за них спускаться к славянским ключам, там продают, мы увидим, разные подделки, всякие побрякушки. И продают конфеты ручной работы. Маленькая конфета буквально с 5, это с 5-рублевую монету, стоит 30 рублей. Если покупать 10 или более штук, то 25. И вот такая интересная идея, потому что, я думаю, себестоимость не больше 3 рублей. Сами как-то они слепили, из чего мы посмотрим. И за такие хорошие деньги продают, и достаточно неплохо у них получается покупают. Сейчас мы пройдем, увидим, я вам все покажу. Каждую конфету по 2 штуки. Это сами делаете? Они все ручной работы. А мармелад тоже? А мармелад, он натуральный, но он делается на заводе, но не в таких больших объемах. То есть у них... Он на цитрусовом соке, а не на яблочном. И там натуральный загуститель, не желатин, а пектин. А печенье, хлеб тоже сами? Все ручной работы. Это пряники домашние, хлеб тоже. Ну вот, ребята, я дома. Я на блюдечко выложил конфеты. Они в маленьком морозильнике полежали, чтобы не растаяли, и чтобы вам уже вблизи показать. Вот такие конфеты, величина с 5-рублевую монету, как я уже сказал, очень маленькие. И каждая стоит 30 рублей, если берешь 10 или более штук, то по 25 рублей. Вот такие конфеты продают, конфеты ручной работы, и люди их покупают. Я взял ножик, хочу посмотреть, что внутри, и вам показать. Вот возьмем эту конфетку, она кунжутом обсыпана. Тут видно кунжут, разные семечки, мак. Ну, можно даже, вот, наверное, кокосовой стружкой обсыпать. Все, чем угодно. Я думал, что вообще из шоколада взяли. Взяли, растопили шоколад и обсыпали. Вот и вся конфета. Ну, вот здесь тоже внутри семечки. Я не знаю, насколько хорошо видно. Как бы попробуем эту разрезать, посмотреть, что внутри. Это, наверное, из кокоса полностью состоит. И внутри вот видно тоже какой-то типа орешка. Так, посмотрим эту. Тут тоже из семечек. То бишь взята какая-то масса. И семечки в основном. И вот какая-то сладкая масса. И вот такие конфеты сделаны. Это из мака. Вот полностью конфеты из мака. Я думал, проще взять шоколад, растопить, формочки залить. Формочки продаются на сайтах.
на китайских, например, на AliExpress, там очень много формочек. В описании к этому видео я дам ссылки на страничку, где можете формочки купить, там за копейки просто. Можно заливать шоколадом, например, эти формочки, добавлять разные семечки всякие, там кокосовую стружку, всякую ерунду, кондитерские какие-то там сладкие приправы, вот конфетти какие-то. И можно делать такие конфеты, и я думаю, себестоимость конфеты не больше там 3 рублей у вас получится, а можно вот продавать даже по 25 рублей. Я думаю, в каждом регионе есть где-то такие исторические памятники, я не знаю, местность такая историческая, где приезжают туристы, ходят, где продают различного рода поделки там, сувениры, магнитики. И вот, пожалуйста, поставили, продаете конфеты ручной работы, можно там мармелад делать какой-то, даже если мыло делают, сейчас это очень популярно. И, собственно говоря, продавать. Я не знаю, как там мыло и мармелад, вот мы видели мармелад, хлеб, но конфеты я заметил, что хорошо покупают, и до этого мы покупали. Вот, ну, вот такая интересная идея, просто идея. Простотой своей уникальна, и я думаю, доход тоже достаточно неплохой должен быть. Если кто-то может поделиться подобными идеями, пишите в комментариях, ставьте лайки, дизлайки, и обязательно подписывайтесь на мой канал «Народный бизнес», чтобы не пропустить новые идеи бизнеса и новые идеи заработка в интернете. До новых встреч, всем пока!